Спасибо большое, что вы пришли. Очень приятно видеть такое количество знакомых лиц. Для тех, кто у нас первый раз, вы находитесь в офисе компании недвижимости Эванс. Мы вас очень рады видеть. А в свободное время от мероприятия мы занимаемся недвижимостью, продажей, арендой. И будем очень рады вам помочь, если у вас будут такие вопросы. А у нас проходит огромное количество разных мероприятий, поэтому если вы не сами покупали билет, то запишите ваш электронный адрес в наш список. Мы будем рады посылать вам приглашение. У нас будет Вера Павловна, Евгения, Жук. Поэтому запишитесь к нам в список. Маленькая организация. Кто-то забыл кошелек. Кто-то покупал книжки и забыл кошелек. Поэтому, если это вы, скажите мне, проверьте, пожалуйста. Все, спасибо большое, что пришли. Меня зовут Маша Полярска. Нет, еще есть книжки, нет. Работает? Слышно, да? Окей, слышно. Добрый вечер. Спасибо всем вам, что вы пришли. Давно мы не собирались. Раз в год мы это делаем под эгидой конкурса «Компас» и журнала «Стороны света». Меня зовут Александр Вейцман, я директор конкурса «Компас». Большое спасибо Регине и Марии, всем организаторам за то, что они нас, что мы здесь, в этом месте. Замечательное место, прекрасный зал. Большое спасибо Марии Степановой за то, что она здесь, и мы очень ждем ее выступления. Большое спасибо моей коллеге Ирине Машинской, которая, к сожалению, сегодня не может присутствовать, но она прислала там небольшой, так сказать, это небольшой такой абзац, так сказать, мы, так сказать, ее еще сегодня услышим. И большое спасибо всем, кто участвует в конкурсе «Компас», всем нашим участникам и, конечно же, всем нашим лауреатам. Давайте мы построим наш вечер так. Я поговорю буквально несколько минут, очень быстро, расскажу немножко об этом конкурсе, об этой премии, а потом, удобнее сесть, а потом один из наших лауреатов прочитает все три перевода. Это переводы поэзии Марии Степановой, а потом мы передадим площадку Марии Степановой. И это будет уже главная часть нашего вечера. Итак, премия «Компас», простите. Что это такое? Она была основана в 2011 году Олегом Вульфом и Ириной Машинской. Идея была в том, чтобы дать возможность переводить замечательную русскую поэзию на английский язык и создать какие-то новые переводы. Да? То есть, разумеется, многое что переведено, что-то еще не было. Так сказать, многих переводов не существует, какие-то есть, но, так сказать, пусть будут новые переводы, так тогда вот мы решили, они меня тоже пригласили в этот проект. И идея такая, чтобы дать новую жизнь каким-то русским текстам. И, в принципе, ну вот даже вот мы тогда говорили, что даже у Гамлета, да, там 47 переводов. Но мы все знаем Пастернака, Лозинского, но там гораздо больше, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы раз в 20 лет перевести на английский или, так сказать, на другой язык какое-то стихотворение, которое раньше переводилось. У него будет какая-то новая жизнь. И, разумеется, также Ирина, они работали очень много над журналом, им хотелось публиковать каких-то поэтов. Этих многих переводов не было, им хотелось, чтобы появились какие-то тексты, чтобы эти переводы появились на английском языке. Вот, поэтому вот премия таким образом родилась. Идея была такая, что каждый год будут выбирать одного известного русского поэта, замечательного поэта, и будут посылаться переводы текстов этого поэта. У нас, соответственно, значит, наши судьи, жюри, и мы выбираем три лучших перевода из сотен тех, которые нам посылаются. Значит, первый год был посвящен Гумилеву, второй год Марине Цветаевой, третий год Марии Петровых, потом был Арсений Тарковский, Борис Слуцкий, Белла Ахмадулина. И вот мы завершаем поэзией Марии Степановой. Семь замечательных поэтов, семь очень разных поэтов. Представлены практически все поэтические школы русской поэзии 20-го столетия. Поэтому это также наш последний год
значит, этой премии, так сказать, но об этом я еще поговорю. Ну вот, так сказать, известный вопрос из Грибоедова, а судьи кто? Да, то есть у нас здесь, так сказать, действительно были замечательные судьи, я просто хочу их вспомнить. Значит, все это делалось, значит, у нас примерно было 12 человек, то есть как суд присяжных. Единственное, что, конечно, присяжные обычно не оперируют в рамках пятибалльной системы. Вот. И мы разделили это так, чтобы были англоязычные поэты и переводчики, и также русские, русскоязычные поэты и переводчики. Примерно это было так, так сказать, half and half. Среди англоязычных это был Роберт Чендлер, который замечательно переводил и переводит Платонова, Джим Кейтс, замечательный поэт и переводчик, Джордж Клайн, который перевел, наверное, практически все самые известные ранние стихотворения Бродского, включая «Письма римскому другу» и «Сретенье». Питер Франц тоже переводил Бродского, 20 над Мэри Стюарт перевел. И также Питер Дэниелс. Из русских, русскоязычных авторов это был Борис Дролюк, Григорий Стариковский, Ирина Машинская, ваш покорный слуга, и также в Москве Марина Бродская и Григорий Хрушков. Так что очень такая разная, так сказать, разные переводческие школы, как минимум 5 разных переводческих школ, но никто не мог тянуть одеяло на себя, потому что у всех было одинаковое количество баллов. И в конце концов, поскольку много очень посылалось, значит, переводов, то, так сказать, всегда было очень близко, я помню, там 40.3, 40.4, вот, так сказать, буквально там совсем чуть-чуть, и это уже определяло победителя. Вот. И что хорошо, что действительно было очень много переводов, да, то есть когда был Гумилев, то было несколько жирафов, значит, когда была Цветаева, было очень много попыток ревности, когда была Петровых, то, разумеется, назначенное свидание и так далее. Вот и лето прошло с Тарковским, то есть были самые известные стихи этих поэтов, но также были и, конечно, малоизвестные. Иногда даже я встречал раньше, но бывало, что сам удивлялся, так сказать, где-то искали это стихотворение. Вот. Ну, давайте мы перейдем уже, значит, 2018 год. Это наш последний год. И я бы хотел прочитать от Ирины Машинской. Она, по-моему, здесь. Она, к сожалению, не может быть с нами, но поскольку это наш последний год, мы решили, то есть мы долго думали, продолжать или нет, но мне кажется, что в любом деле важно вовремя уйти, вовремя сойти со сцены и потом как-то, может быть, уже переосмыслить этот проект спустя какое-то время, может быть, через 2 года, через 10 лет. И вот что об этом пишет моя коллега Ирина Машинская. «Обычно в такой момент мы объявляем имя поэта, чьи стихи будут переводиться в этом году. Но вы, наверное, уже догадываетесь, что я хочу сказать. Этот сезон и этот уникальный вечер необычный еще в одном отношении. Они последние. У всего есть начало и конец, и 7 сезонов конкурса, в результате которого было создано несколько очень хороших, никогда дотоле не существовавших в природе переводов русской поэзии на английский, это нормальная длина жизни подобного проекта, имеющий смысл результат. Сегодняшнее чтение закрывает компас как один из 7 сегментов проекта «StoSvet». Да, вот, так сказать, это наш последний, так сказать, как пел Вертинский, мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Вот, и я бы хотел сейчас объявить лауреатов конкурсом этого года, который был посвящен поэзии, замечательной поэзии Марии Степановой. Первое место получил, так сказать, прекрасный поэт и переводчик Дмитрий Манин, к сожалению, его нет среди нас. Второе место, и мы сейчас услышим эти переводы, второе место – это Закари Кинг, он приехал, он здесь. И третье место получил Джейми Олсен, тоже прекрасный переводчик, прекрасный поэт. И вот вы сейчас услышите, это будут 3 очень разных перевода. И после этого, так сказать, после того, как Закари прочитает, начнется чтение Марии, и, может быть, мы услышим какие-то оригиналы уже в ее чтении. Большое спасибо, что вы пришли. А сейчас я хочу поздравить нашего лауреата Закари Кинга.
So I'm just going to start with my poem first, since I actually know it fairly well, or the one that I translated of Mir's. And then I will go through and read Dmitri Monin's and Olsen's. The woman's locker room at Planet Fitness. Nothing in common but warmth and fleece. Lone same keys and nine orifices. Filled with what? Moisture, pleasure, shit. Covered by a mouth, closed by sleep. Baking up blood, tears, kids, and wax. Surrounding their being or another's flesh. I enter, sit, from the nine of mine to remove. I stood to be and head to the pool. Pink and yellow, big like babies, naked nude, towels to the neck. Crossing the floor are flocks of girl trees, each to the shower, languidly leaning its trunk. Like types of wine and species of Aves, they must be classy or curiosified. Here's collarbone plates, there sails of shoulder blades. We must catalog each foot arch height. Soon these ones won't be, soon they'll be replaced. Here will be wound in velvet, there the stage refaced. Visitors will stare amazed, not hiding tears, at the combo of bones, skin, and black braided hair. Some pretty boy on hand or baddie gooden plays in the kitty garden, touching your plum, partaking of a pear, gathering in his mouth water. Bequeathed to carved and jumbled wintertime, the animal won't recognize his brother's mind. This water pole might become ice, reason and infection, air, gas. Love doves will go in stride and close ranks through shooting stands, and the door that opened on the swimming cube will open just a tad, like a zipper on a boot. And we step out of slippers, nails and crowns, from watches, juxtaposed rags, our voices sounds. And into nostrils, mouths and ears, like kettle steam, out on mass we pile, souls who broke the lock. But like in forest school, the noisy surplus of creams, muscles, hair, armpits and lips, self-tanner and shame, as from vixen's bores, look at our body surfaces to the lenses of pores. But like in cattle cars, where squares of steam and lengthy howls in narrowness and luster lack worm wonder, unreachable, the sky becomes a brother, and someone sings in the shower room. In summer camps, in July's blue shorts, first hanging back, then straightening spine and neck, my first eye, scowling like a bullet, makes its very first step. And furrowing the landscape, like crushing paper in the hand, I look at it as almost through the sky, and lie down, like ball lightning does in fields, with a single revolution of the wheel. Dmitri Manin's poem. Saturday and Sunday burn like stars. Elder trees foam and fizz. By the railroad's crossing striped bars, a communal wall hovers. And past it are slabs, like canvases, dank in the dark. And the moon cherry and tiny, tightly packed crosses, a darn sock or a cross-stitched embroidery. Yellow dogs pass here at an easy trot, and grandmas come to comb sand. Giant women grind their temples into the rock, wailing and thrashing to no end. But these are times, indistinguishable like stumps, like my pair of knees. At the sun one stares, in the shade of the other one slumps. Both are dust and ashes. But these are nights when the nettle folk stands guard among the pickets here, and the gentle May enters his peaceful orchard, raining a tear. And between hand and hand, between day and night, there is unpersonal, brightly burning, eternal quiet. And Jimmy Olsen's poem, The Last Songs, or translation of the poem Собираются последние песни, The Last Songs Are Gathering. The last songs are gathering, warriors on an invisible front. They are leaving the area, escaping a few lines at a time to meet at the rendezvous point, where they glance around warily. They've become so dried out, you can't soften them with water. They've become so wild, they no longer speak Russian. But with their old and nimble hands, they pass around bullets, in the dark with their knowing fingers. They sort through AK-47s. They sigh and tug gently at letters, lodged in a wound. Towards morning, steering clear of the guard posts, they move out into the helpless city and keep silent while the cannons thunder and keep silent while the muses thunder.
Добрый вечер. И, во-первых, огромное спасибо, Александр, спасибо вам, спасибо Ирине, спасибо организаторам конкурса и хозяину помещения. И, конечно, Закаре, вам огромное спасибо. Это большая радость услышать эти переводы замечательные в живом звуке, то, что называется. Это важный очень для меня опыт. Пусть у меня слушается, сделаем так. Хорошо. И вам огромное спасибо, что пришли. Я слегка огорошена, ошарашена новостями о том, что конкурс закрывается, который только что от Александра я об этом узнала, и мне ужасно жалко, то есть мне как-то еще надо к этому привыкнуть. Потому что я так получилось, оказалась первым и теперь выходит единственным живым поэтом в этом поразительном ряду, что очень лестно, и это такой не человеческих размеров аванс, который мне оказался выданным. Мне казалось, что было бы правильно и здорово этот ряд продолжать. То есть я думала, что что вы разделались с великими тенями, и дальше уже постепенно будут, ну, еще и еще мы живые. Ну и будем надеяться, что, может быть, не в этом формате, а в каком-нибудь другом. Вот эта идея силами, общими всем миром, собрать разные версии, разные артикуляционные практики и вот так вот пропустить тексты актуальных, важных для нас поэтов через, как это назвать, да, ну, через разные оптические системы. Мне она кажется важной, и хочется, чтобы это как-то продолжалось. Вот. И еще раз спасибо. Для меня, правда, огромная честь просто в этом ряду постоять. Вот буду помнить и, что называется, буду благодарна. Я сейчас почитаю, наверное, некоторое количество стихов. Одно из них — это как раз то, что Закари перевел, это текст, который называется «Женская раздевалка клуба «Планета Фитнес». Перевод, мне кажется, блестящим совершенно. И я с радостью покажу русский оригинал, тем более, что это текст, который продолжает для меня работать. Это, в общем, не всегда так со старыми стихами. В какой-то момент понимаешь, что их довольно сложно становится читать, потому что внутреннее устройство, то, что заведует, да, вдохом-выдохом, да, и передачей смысла из внутреннего режима в открытый, оно начинает отказывать. То есть стихи вдруг оказываются написаны на иностранном языке. Вот этот текст для меня по-прежнему звучит на родном. Вот я его с радостью прочту. Женская раздевалка клуба «Планета Фитнес». Общего ничего, кроме тепла и шерсти, одинаких ключей, девяти отверстий, наполняемых чем? Влагой, сластью, говном, накрываемых ртом, закрываемых сном, выпекающих кровь, слезы детей и сером, окружающих суть или чужую плоть, а девяти своих я прохожу и села снять, постояла быть и направляюсь плыть. Розовые, желтые, крупные, как младенцы, голышом, нагишом, по уши в полотенце, стайки дева-дерев пересекают пол, каждая входит в душ, томно склоняя ствол. Надо, как виды вин и сорта куропаток, то ли классифицы,
то ли полюбопы, вот пластины ключиц, вот паруса лопаток, нужно занести в реестр, каждый подъем стопы скоро таких не станет. Скоро доставят смену, здесь перестроят рампу, там перетянут сцену на сочетание кости, кожи и черных кос. Будут девиться гости, не пряча слез. Фрок молодой красивый или дурной хороший в детском саду играет, трогает твою сливу, причащается груша, воду ртом собирает, бессвязная, резная, наследует зима, и брата не узнает животное ума. Этот столб водяной может стать ледяной, разум заразой и воздух газом. Голубки-любки сомкнутой стеной замаршируют по лабазам, и дверь, что творялась на плавательный куб, откроется на малость, как зиппер на боку, и выступим из тапок, коронок и часов, из соположных тряпок, ногтей и голосов, и в ноздри рты и уши, как с чайника дымок, толпой повалят души, сорвавшие замок. Но как в школе лесной, все же шумит излишек кремов уст и волос, мышцы подмышек, автозагар и стыд, словно лисицы нор, на поверхность тела глядят в окуляры пор. Но как в скотском вагоне, где в тесноте и матом бродят квадраты пары и долгий вой, неприступное небо становится братом, и кто-то поет в душевой, в пионерлагерях, в синих трусах июня, то упираясь, то поднимая флаг, первое я, насупленная как пуля, делает первый шаг, и хмурый пейзаж, как нут в кулаке бумагу, почти небесами гляжу на него и лягу, как та шаровая молния на поля в один оборот руля. Спасибо огромное. И давайте я покажу, может быть, что-то более новое. Ну вот, например, это стихи из книжки Киреевский. Уже не такое новое, в 2012 году она вышла. Это так или иначе такие тексты, написанные в диалоге с разного рода песнями, романсами, городскими романсами, с разного рода вокальными штуками. Вот, например, такой текст. Едет поезд по целой России вдоль какой-то великой реки. Пассажиры в плацкарте босые, полутрезвые проводники, в сладкой корочке жира и неги перед лицами близких людей проплывают куриные ноги, как деревья в дрожащей воде. По его населенным вагонам, как спасенные души в раю, я хожу в одеяле казенном и взволнованно песни пою. Это дело гораздо опасней, чем считает отец-проводник, потому что хорошая песня неизменно восходит на крик голым горлом под женские ахи и негромкий воркующий мат. Я пою про дорожные маки и что гибнет ботяне комбат. Тонкий голос, как острое шило, протыкает вагонный уют и становится людям паршиво, и они меня в тамбуре бьют. В честном пенье такая свирепость, что оно возмущает сердцам, и стоит пассажирская крепость, как слеза в середине лица. Вот, а теперь, например, спасибо огромное, да, давайте потом, если потом захочется. Давайте вот такое, например. Прошел трамвай по кличке Аннушка, что нас с тобою подвозил. Теперь какая-нибудь панночка откроет модный магазин, разложит белое и черное, протрет пустые зеркала, на мониторы отключенные она посмотрит из угла, увидит в них не время пятницы, не покупающий народ, не 3-4 легких платьица, а что-нибудь наоборот.
увидит в сутолоке будничной походку дедовской весны, тебя, стоящую у булочной, авоську с воздухом страны. Но это прошлое плавучее, его несмысленный укор, слезой затянутся до случая, и камнем калут в монитор. Мы закрываемся, как краники, туда и сюда, туда и сюда, и магазинные охранники на нас не смотрят никогда. И вот такое. Попробую правильно. Мать, отец не узнала, не узнала жена молода, как вернулся полковник из-под черного синего льда. Где-то пьют за победу, фортепиано считает шаги по январскому следу. Он прошел, оставляя круги, корабли не причалят. До земли добирается свист, но подводник печален. И не дует на пальцы связист, я тяжелый и страшен. В животе ледяная вода, сколько танковых башен задевают весной не вода. Я поставил запаску, сжег бумаги, замел уголья. Разрешите прописку, пропустите на место жилья. Но молчит, выездная, документы запрятаны в лед, и уже не узнаю, как жена его не узнает. Ну и вот такое. Не взяла текст, но сейчас воспроизведу. Нет, не воспроизведу. Или... О! Спасибо, да. Автор чего-то не справляется. И главное, чтобы было за что держаться. В принципе, когда книга под боком, то уже как-то гораздо и легче. Остывают пустые перины под влиянием сквозняка, в час, когда по стране балерины равнодушно встают у станка, разминают свои шестеренки, тянут ножку на 6:50, на столах остывают гребенки, фонари догорая висят, и в больничные коридоры, разгоняя рассветную муть, медсестрички несут разговоры и в стекло заключенную ртуть. Вот и я, как она заключенный, вот и я достаю до кишок, как залитый водой кипяченый неизвестный тебе порошок. Я придурочек, я окурочек, и мерек, незнакомый зверек, распугавший бройлерных курочек, что хозяин не уберег. Ничего уже не превышаю, не решаю, и носом клюю, вспоминаю про волю большую, как про воду сапог наклею. И чем дальше, тем меньше я знаю, и уже не твержу отпусти, в голенище вода ледяная, но нога продолжает идти. Погоди, не гляди, подойди, посиди у меня на груди, как в степи замерзающий куст под горбатую шапкой присел. Вырой ямку, в нее говори, слухай ухом, шумок засекай, где десная лежала рука, не забудку траву обери. Я тебе не могу отвечать, я сметана, меня полкило, под дубовую крышкой светло, от едва выносимой любви. Ах, мама, что у нас за дворник живет в подвальном этаже? Его рассыпчатое имя не вспоминается уже. Уже не часто он проклятый,
выходит на горючий лед, железный шаркает лопатой, метлою острую скребет. Когда я утром одеваюсь и на работу ухожу, или когда я раздеваюсь и в ящик туфли уложу, в утробе тесного подвала, при свете ночи или дня, он все лежит, как покрывало, и бездна смотрит на меня. Ах, дочка, мы с тобой не знали, что наш пропавший Алексей живет в нетопленном подвале, полузабытый от людей. А что сама ты не узнала, что это твой жених и муж, так это жизнь, большая зала, по ней гуляет много душ. А что желтее апельсина его неросские черты, так это тоже объяснимо, и мы с тобой давно не те. Мы устарели, как трамваи, мы дотянулись до седин, а он, как лампа восковая, в подвале светится един. Низко птица, не ранняя кружится, над платформою маркли лука, сам собою качается, лужится на краю твоего сапожка. За железнодорожную веткою разбежался народ, как пшено, серо-розовое, бело-ветхое, там исподнее разложено, и маячит над книгами волглыми, над значками с ржавыми иглами, покупатели и продавцы, пожиратели слезной пылицы, настругавших останкинской клевушка, записавшись к врачу на прием, я и мертвые, мама и дедушка, нашу жизнь по частям продаем. Продал я и открыточки к празднику, и пустой офицерский планшет, и пластинки, где свернута музыка, развернуться же сил уже нет. В теплом, теплом, на годы наглажено, видно было кому приглядеть. Жду, когда же откроется скважина, без нее себя некуда деть, и войдет оно неприятное, незаказанное, не закатное, опрокинет столы, разольет пивко, голубям велит лететь далеко. Что ж вы сделали, скажут комики, что за стол стоит в моем домике? Вот, а это стихи из двух, то есть, ну, из книжки, которая называется «Сполия». «Сполия» — это латинский термин, который, ну, значит слово «трофеи», но в архитектуре им обозначается очень определенная практика. Это когда строят новые здания, используя как составные части какие-то элементы старых, разрушенных, колонны, стелы, какие-то фрагменты и части того, что было работающей системой, и теперь оказывается включено в системы другие и совершенно не всегда в своем начальном значении. Вот, а книжка, да, то есть, ну, такая книжка, сейчас я из нее почитаю. Кто там едет? Да, здесь, наверное, надо сделать сноску. Книжка состоит из двух, то ли поэм, то ли больших стихотворных циклов, которые должны, в общем, читаться подряд. Да? Другое дело, что иногда с какими-то пропусками, иногда я нарушаю последовательность. Важно иметь в виду, что оба текста были написаны в 2014-2015 году, в начале войны в Украине и в августе 2015-го, после того, как самолет был сбит. Здесь об этом ничего нету, но это тот фон, да, и тот воздух, с которым текст имеет дело.
Кто там едет? По Васильевскому спуску. К храму Василия Блаженного страны рады грады наряжены. На всей моей территории наступает пятиминутка истории. Лисицы брешут на заградительные отряды. Комариный стон заглушает звон колокольный. Зайцы-русаки на всех избирательных участках отдают солидарный голос. Тоже и пёсьи-мухи, от еды оторвавшись, осуществляя тактическое окружение. Кто же не хочет тихого дону попить из дедовой кружки и вернуться назад, утираясь, и на даче мангал разводить, засыпая окрошку укропом, засыпая землей. Влас, доброволец, 2 недели как мертвый, забыл курс рубля, и что воробьи говорили, и откуда он сам. Взрывная волна взяла его кости в объятия. Пока он летел, годы съезжали с него, обнажая детские щеки, прибарматывая. Ватник или укроп, кто бы ты ни был, на этом заброшенном переезде вспомни о Власе. Влас был тебя милей. Человеческое тело не расходится, как мыло в напомаженной воде. Оно никогда не бывает было. Оно всегда сейчас и где. Оно светимо сквозь валежник. Его уничтожить смудрено. Оно пробьется, как подснежник, сквозь углеродное пятно. И все, что в нем едва существовало, но изнывало в заперти, рванется в черные провалы, чтобы опять произойти. Новая жизнь восходит, когда не чаешь, знать не можешь, чем ее повстречаешь. Жизнь — ты прореха, нуждающаяся в починке. Смерть — ты тесто, стосковавшееся по начинке. Не на земле, а над или под, глухая война идет, она смазной источает пот и трогает за живот, и мы шарахаемся, себя в темноте неся, и мать Деметра выходит мять ногами тугу полей, и снизу слышится ваша мать, а сверху кажется чуть белей, и мать Геката наперекур выходит из тупика, от черных улиц, от черных кур, из луж разбитого молока. Земля лежит вещевым мешком невзятого языка, и мать Мария бежит пешком, но нет ее здесь пока. В духе бурни, в голосе хлада тонко, та, что Левиафана берет на ручки, как маленького ребенка, и та, что идет по ржи, присутствует при этом происходящем, смотрит, не отводя, молча, как зреет лед в хранилищах и слеза в слезницах, как почва пробует первый вес дождя, как рассыпают топки мороза дымящиеся смертные кирпичи, в общежитии драка разворачивается, как роза, женщины в сланцах стоят с усликами, и сама не кричи, как весною в военкоматах смотрят спины, трогают у ключиц, выбирают о коротконогих, жилистых и косматых под приглядом врачиц, как уходят под воду сплоченные косы сельди. Танковые части поблескивают на мостах, вносят на блюде заплатку снеди, стынущую в соляных цветах. Так и все, что я мысленно целую, любимая до красна, все способное сказать «Аллилуйя», не прерывая стыдного сна. Змиеве и все бездны, солдатики у ворот, ярусы небесные, няня Лена и ее огород, снег, яко волна, и мгла, яко пепел, горло, как пена, и ноги, как вода, сердце, продетое в одну из петель, яко пуговица, знающая, куда, избави нас от десницы неправды. Воспоминание не спасает, лежит во прахе, собственный хвост кусает, не в лыстях мужеских, не в силе консти.
это как портной, вместо рубашки смирительной, которая с детства исполнится, хочет и просится из полотна, шьет по картинке, кроит по косой, и платье не жмет, а щекочет. Это как суд идет с железной тележкой по длинному больничному коридору, тугие раздают свертки, тяжеленькие, живучие приговоры, по три с пуповиной. Это как в замешательстве, выплюнешь слово с крючком, а оно уже в дерево теле засело, или в теле товарища, в родной человека губе. Вот и нитка запляшет. Рыба рыбу поймала. Это так. Холм под сугробом ничего не значит. Надпись на табличке ничего не видит. Надпись на камне ничего. Читаю, его нет. Но здесь. И вот из той же книги, но из другого цикла, такой. Ты помнишь ли, Мария, наш темный коридор, послевоенную Россию, военный городок? Какие танцы смирные на расстоянии руки, но золотом и смирною полны товарники. Какие люди годные до жизни фронтовой в твои колени голые стучали головой, как чай светил там ситечком, озябший от жары, и под убогим ситчиком железные шары. Ты помнишь, как заплакана стояла у крыльца, когда у Васьки дьякона накрыли под лица, как вели его веселого, оглянувшегося раза, а потом контрольный в голову и газик дал глаза. Как при звуке выстрела в двери ты вошла, жизнь себя убыстрила, надвое пошла. Мой брат сказал, что ты фашист, запевай, и я запою. Мы вернемся, когда распустится лист, но я на своем стою. Тогда в лесу распустится лист, и олень пойдет по тропе, и антифашист перейдет на свист, а лес пойдет на пе. Слова привязаны к вещам веревочкой простой, а люди в землю к овощам ложатся на постой, а эти ходят по дворам со списком и мелком и лижут край оконных рам гниющим языком. Фашист мышаст, ушаст, душист, мшист и голенаст. Но воздух знает, что не фашист никто из вас и нас. Сними веревочки с этих слов, оставь их лежать в углу, и лес отзовет своих послов, и весь я не умру. По большой наморщенной водице, под вечерней звездою, от того бережочка отплыл деревянный ящик. Капитана на нем не слышно, матросов на нем не видно, всего и видно, что слабое свечение близится оно к нашему дому. Всего и слышно, что тихое шуршание, будто в трюме не спит, крошится, пересыпается, горсть за горстью, и вода кафизма за кафизмой читает, потом смывает, потом читает и смывает. Прости меня, друг милый, пускай погибну, не в этом дело. Не беги по берегу за мною, по бездороге, ноги сбивая. Не ищи мой деревянный ящик на отмеле в камышатах. Главнее всего не снимай с него крышки, отрекись от старого мира. Не снимай с меня крышки, не возвращайся к маме. Не говори по селам меловыми окаменевшими устами. Дорогие товарищи, братья и сестры, братья и дружины. Выйди от меня, я человек грешный, говорит орлица встречному ветру. Выйди от меня, я человек нетвердый, говорит рукам красная глина. Выйди от меня, я не человек вовсе, я простое записывающее устройство. Трррр, чик. Чирик, пить, 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 пить.
Бабочки резные дверцы не откроются. Вперед-назад, чтобы ты утягивала сердце и на цыпочках заглядывала в сад. Не качнется анфилада, не прогнется антресоль. Напоследок зренье, выбежав из сада, памяти сказала, хватит не мусоль. И теперь короткими ночами еле свет успев перевести. Суд идет, мы с ним еще в начале, копошится мозг в кости. Прокурор с промокшими висками сыплет воду в слюдяной стакан, и она лежит на скатерти кусками неграненных Умбрии и Тоскан. Мозг в кости, перележавший кашей, запевает и поет о какой-то старой жизни нашей, превращенной в анекдот, так как будто мы не мыши, не обмылки, не обмерки, брошенные в таз, и пивные толстогубые бутылки протрубили и за нас. И последнее. Если собрать в точку, было сказано вот что. Она не способна говорить за себя, поэтому ею всегда правят другие. Потому в ее истории столько повторов, и фальсифицируются отжившие формы, и не понять, откуда какая цитата из 30-го или 70-го года, потому что она цитирует все одновременно, и не чтобы напомнить, но чтобы наполнить дыры, что особенно жутко. Ее материал, ее мазы, алмазы, каменные пещеры, древесные леса, золотые горы, снежные барсы, пустынные розы, газовые потоки, которые так нужны мировой торговле, ее материал не хочет иметь с ней дела, дает без любви делать с собой, что надо, непонятно, чего ей надо. Где твое я? Почему его не видно? Почему за тебя говорят посторонние люди? Или ты говоришь голосами шутих и трусов? Выйди из себя, поставь этот словарь на полку. Она не выходит. Это у нее не выходит. Вот ее огромное пароходство, ширококрылые самолетства, шерстовидные, сталелитейные, молочные производства, многоокие градостроительные предприятия, ткачихи, поющие над неработающими станками, зоны вольного винопития, супри, прости господи, матические открытия, господа юнкера, автомат калашников, большой балет, вытанцовывающий из загашников за решетку призрак убитого летнего сада. Это страна, рай, уснувший в объятиях ада. Пусть она постоит в цвету, и постою на этом облетающим ненадолгим розовым цветом с теми, кто на посту. Проститутки, белеющие тенями в тенях деревьев на шоссе Ярославском, ослепляемые фарами, подходите к машинам осторожно, как олени к кормушке. Вагон-ресторан, пластиковые бумажки, меню с золотыми... Простите, вагон-ресторан, пластиковые ромашки, меню с золотыми буквами на обложке, официантка, укушенная в шею. Все, кто говорит, как я еще не умею, пылевая буря на полустанке, где с тобой не покурим, протяженность полей, усыренная непокоем, подполковник в отставке, дальнобойщик в своей кабине. Теперь проверим, действительно ли она высока, как терем, и что свет изгоняет тьму между вытекрой и любанью. Положите мне руку на «я», и я уступлю желанию. Спасибо. И как мы договаривались, если есть какие-то вопросы, сообщения,
мнения и вообще разговоры, да, которые хотелось бы кому-то из нас обратить, то давайте мы это сделаем, да, с удовольствием, да, и я, и Закари, и Саша, я думаю, мы все с радостью на все поотвечаем. Я скажу, можно с места, да? Конечно. В этом конкурсе формы и в списке этих семи имен вы последняя, вы по праву, и дальше не надо. Вряд ли будет что-то такое же. Вот это мое мнение. Спасибо огромное, но я не соглашусь. Я даже не ожидала, я уже давно здесь живу, что что-то там еще может подобное быть. Спасибо, спасибо на добром слове, но слушайте, там на самом деле, почитайте, там очень сейчас хорошо рождается. Правильное решение. Спасибо. Поздравляем с премией. Спасибо. Спасибо. Мне как носонос считают это премия, которая мне подходит. Будет больше. Будет больше. Тебе, как вас многие называют лучшим писателем, прозаиком последнего нескольких десятилетий, будете ли вы больше писать просто? Я себя совершенно прозаиком не чувствую, поэтому я не знаю. Просто эта книжка, она получилась особенная, может быть, для меня особенная, потому что я ее писала, решая, в общем-то, не литературные задачи, литературные тоже, но какой-то начальный посыл. И то, как я ей занималась, просто, да, у нее есть какой-то для меня очень специальный контекст, очень специальная рама. Но, с другой стороны, оказалось, что нету ничего интересней, чем долго, последовательно думать о чем-то предзаданном. И, может быть, думать, ездить, читать всякое, относящееся к делу и не относящееся к делу, которая вдруг потом начинает к этому же делу относиться. Это страшно увлекательный процесс, да, со стихами это как-то совсем по-другому работает. Поэтому, может быть, и попробую что-нибудь когда-нибудь, да, повторить. Зато мы вас чувствуем писателем, прозаиком, мы чувствуем читателя. Спасибо большое, но не знаю, пока нет, может быть, надо как-то мне врасти. Вы знаете, нет, она тяжелая, она большая, и ее можно купить в электронном виде, я думаю, на Озоне, или заказать. То есть, я думаю, да. На Амазоне. Да. И на Амазоне есть, как это российская служба доставки, ozon.ru. Только сейчас подумал, что, видимо, они имели в виду Amazon, да, но как-то, да, постеснялись совсем уж, да. Да, ну, в общем, они, по-моему, возят и в Штаты тоже. А комбинированный жанр? Потрясающая проза, потрясающие стихи. А когда-нибудь вместе они соединятся? Я не знаю, что я имею в виду. Доктор, но, может быть, вы знаете. Я не знаю, подумала. Мне кажется, что в каком-то смысле они как раз в прозаической книжке соединились. То есть там какой-то был, поэтому он так долго писался, там был какой-то, ну, довольно интенсивный способ письма. И там есть какие-то фрагменты, которые скорее, в стихотворном режиме вылуплялись, что ли, да. Романс, да? Это просто как бы вам так вот понравилось назвать, ну красиво, да, забавно. Или все-таки по-настоящему осмысленный такой
Слушайте, нет, я точно, точно совершенно не про забавно вообще. То есть я про забавно, а текста нет. Но смотрите, роман по нескольким причинам, главных две. Первое, там очень много и по-разному говорится о музыке. То есть это важный какой-то такой смысловой слой, в том числе и о музыке, которая не звучит, да, а присутствует как-то иначе. Да, молчащие пластинки, да, граммофонные, которые никто не слушает, а ноты, которые где-то пылятся, да, их никто не играет. Ноты, например, романсов и песен, которые в таком изобилии, да, производились, но была огромная индустрия, которая была рассчитана на непрофессионального музыканта, на домашнее музицирование, на человека, который вот для себя он садится, да, и тихо или не тихо своего соловья или свое утро туманное поет. И тексты к этим романсам, которые тоже были в изобилии, и которые мы сейчас, ну, мы вряд ли просто осознаем объем этого утраченного. Это важный такой для меня слой. Но есть еще вещь, которая тоже важна. Это английский жанр розовой литературы, любовных романов. Специальная секция, да, на магазинных полках. Потому что я считаю, что эта книжка, она, конечно, история несчастной любви, которая осуществиться не может, но от этого, как заповедано, не перестает. Да? Ну, поэтому это вот такой, да, романс, и в том смысле, и в другом. Слушайте, мне все равно лишь бы работало. И мне кажется, что то, как это работает, очень редко зависит от формы. Другое дело, что существуют две таких предзаданности, да, каждая из которых мне кажется, ну, некоторой натяжкой, да, то есть, ну, какой-то колеей, из которой выйти лучше. Да. Одна – это установка на то, что текст обязательно должен повторять, переводной текст должен обязательно повторять все формальные признаки оригинала, то есть не только смысл, но и звук. Да, что, конечно, имеет какой-то смысл в применении к русской поэзии, которая, ну, да, по понятным причинам. Но совершенно мне не кажется, что это обязательно. Ну, и есть, да, распространенная практика, то есть, ну, тотальная, в общем, практика, да, перевода просто верлибром, да, чего угодно, которая тоже, мне кажется, необязательной. И самые интересные переводные тексты, мне кажется, такой пэтчворк, да, который, где в одном тексте могут чередоваться, уживаться, да, и тот, и другой способ перевода. Есть замечательный текст Григория Дашевского, к которому я не устаю возвращаться. Это письмо, которое публиковалось в интернете после того, как его не стало, где он разговаривает, он всякие разные интересные вещи говорит о принципах перевода, и там есть мысль, которая мне ужасно нравится. Он считает, что стихотворение имеет вещь, которая называется «дословесное тело». То есть такая платоновская объемная штука, которая существует до слов, то есть до языка, что не очень вписывается, ну, например, в концепцию Бродского, да, в которой язык определяет все. И вот это стихотворение, оно размещено где-то в пространстве, и это уже я немножко развиваю, дело мне просто страшно, и отбрасывает тени в разные языки. То есть одно и то же стихотворение может существовать, да,
по-русски и по-французски совершенно другим словесным набором, совершенно, но при этом сохранять одно и то же направление движения, да, чтобы под этим понимать. Вот, и в переводе самого Дашевского, да, одновременно предельно точное и очень вольное, да, то есть на его переводы из Котова, например, мне кажется, это или, например, переводы Гаспарова, когда он Паунда переводит о мастерстве Робертса. Мне кажется, это пример такого рода работы, и мне кажется, очень соблазнительным и интересным. Мне кажется, что сам вербибр – это довольно абсурдная такая форма, где может быть внутренняя рифма, может быть мелодия, может быть рифма, которая просто не строго расположена, как там, не знаю, стоп, ярко и так далее. Это правда. Ну и в каких-то случаях, можно сказать, что очень помогает даже не перевод вербибром, а простой подстрочник. Да? Параллельно с авторским текстом, просто потому что он дает такой, ну, моментальный отпечаток, да, вот руку положили на ксерокс, да, я помню, как мы в конце 80-х, когда в жизни появился ксерокс, как мы экспериментировали по молодости лет. Оно, конечно, не то, но в общем рабочая модель, да? Почему нет? То есть для перевода Дашевского, по-моему, вот то, что вы говорите, характерно не только для стихотворных, но и для философских администраторов. Потому что его перевод Шарара, это вот ровно вот это вот самое тело, оно не совпадает с оригиналом. Мне в какой-то момент пришло в голову, даже не знаю точно, почему сравнить. О, как интересно. То есть это совершенно, это с одной стороны, безусловно, то же самое, но с другой стороны, это как бы сущность, которая изложена именно Дашевским, он не переводчик. Он совершенно равновеликий философ. То есть тут даже нельзя сказать, вот в какой момент и как это происходит, но это явно совершенно абсолютно равновеликие тексты. Я бы никогда не сказал, что это просто перевод вот такого вот того времени. И, безусловно, эта мысль для него была, ну, то есть это как бы он так же, это было естественно, в этом смысле для любого его текста это так. А что касается Гаспарова, то как свидетель, сказать, что он к этому относился очень по-разному. Он воспринимал любые виды перевода совершенно спокойно. У него у самого была вполне определенная установка, как именно это надо делать. Но, скажем, когда к нему приходила Ольга Рожанская со своими переводами, он ей говорил, что да, Олечка, вот понимаете, вот можно переводить как я, вот я знаю вот язык и знаю, как бы. А можно как вы? Я не вижу, то есть для него это было абсолютно просто. Оля переводила свободу, но как живой поэт, как бы я не знаю, сейчас не буду фантазировать, до какой степени она понимала размер Котова, но в этом случае она переводила это, как понимается, вышло по-русски, безусловно, с подстрочника. Гаспаров переводил Пиндера или там в полном знании и понимании все, но он тоже мог это делать по-разному, в зависимости от того, как вот жить. Хотя, наверное, он все-таки ближе вот к другой стране. Но у него не было какой-то установки вот в одном из этих типов. Страшно интересно. Ну, когда он переводит Паунда, там есть смещение, да, относительно оригинала. Это конечно, специфика. Немножко другое, да. Потому что я про Паунда ничего не могу сказать, но я хорошо понимаю, когда он переводил античный автор, и, ну, собственно, в какой-то степени, ну, лучше мы что-то обсуждали, но, во всяком случае, он говорил там, по ходу дела, что-то. И здесь у него было вполне, вот и тот и другой подход был у него абсолютно законным, нормальным, по крайней мере, на словах он прочтение не высказывал. Очень интересно. Вот, Дашевского потрясающе, мне надо будет, я это никогда не делала, мне надо будет действительно проделать эту операцию. Он другой, спасибо. Он другой, ну, по крайней мере, такое такое ощущение. Спасибо. Совсем-совсем, ну, уходя в такие совсем простые вещи. Вот как, например, Киреевский, надо говорить Киреевский. Киреевский, по-моему, точно. Сам Киреевский.
Вот как вашего Кириллского перевести, когда там звучат все время русские песни? Как, вернее так, как можно перевести Верлибра, когда, так сказать, известнейшие песни в ушах оригинала? Все равно вы считаете, можно Верлибра? Знаете, мне кажется, что смысл переводим, да, и что не смысл, то есть он не пересказуем, а именно переводим, да. То есть если получается передать какой-то коэффициент сжатия, да, какой-то, то это уже достаточный результат. Но потом это же всегда такое приближение, никогда не полное равенство. И в этом смысле мне, в общем-то, нравятся переводы, которые довольно далеко отступают от оригинала. Потому что важно, все-таки то, что важно, это не доставить письмо по назначению, а сделать так, чтобы это было живое стихотворение, чтобы оно стало фактом другого языка. Если это получается, да, все средства хороши. По-моему, так. Маша, угу. А может быть, на какие-то другие, кроме английского, тоже же, наверное, переводили? Да. Как они вам нравятся? Понимаете, по счастью, я многих языков, на которые переводили, просто не знаю. Поэтому у меня нету возможности расстроиться. Мне просто нравится, что переводили. Но вообще, знаете, есть, наверное, способ понять, как идет дело с переводом. Когда переводчик задает много вопросов, это хорошо, потому что, ну, то есть, ну, да, то есть, не надо объяснять. Можно я буду вас на этом цитировать, потому что сейчас огромная дискуссия среди переводчиков, хорошо задавать вопросы или плохо? Слушайте, знаете что, это, я думаю, что не все согласятся. Я как раз стала про это думать, услышав Сорокина на книжной ярмарке, да, там была очень интересная дискуссия, и он сказал, что хороший переводчик – это тот, кто вопросов не задает. И я задумалась, нет, я другой партии. Я рада, что вы другой партии. Как переводчик рада, что вы другой партии. Мне кажется, что все-таки не лишнее, да. Конечно, 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 но это, знаете, все-таки... Допустим, если в известном стиле творения написано по поводу какой-то песни, а переводчика не знает. Именно. И тут вопрос, на самом деле, может ли самый хороший переводчик знать все? Может быть, то есть, ну, бывает на самом деле, что автор знает не все. И у меня несколько раз так было в разговорах с разными переводчиками, когда вдруг там оказывался какой-то слой смысла, какая-то мелкая или крупная штука, в которой она там была, да, но я не совсем понимала, что она там есть. То есть, ну, есть какие-то вещи, которые, ну, язык действительно делает сам, немножко забегает вперед и переезжает. Это значение там есть, но надо было как-то пойти друг другу навстречу, чтобы его оттуда выручить. Можно задать? Ага, насчет катарсиса и плача я спрашиваю. Вы смеетесь, когда вы пишете? Бывает, да. Но еще кажется, что они довольно смешные тексты. То есть, ну, да, конечно. Ну, спасибо огромное, вот, и еще раз компасу за это невероятное счастье быть читаемой, спрашиваемой, понимаемой, переводимой и переведенной. Спасибо огромное.
Добрый день. Я буквально минутку вашего времени еще попрошу. Меня попросила выступить Ирина Машинская, благодаря которой мы, в принципе, здесь все собрались, и, к сожалению, она не смогла сегодня присутствовать. Саша, можно попросить выйти еще раз сюда? Я просто зачитаю письмо, которое Ирина написала. Саша, спасибо, что тащили на себе компас столько лет. Спасибо за вдумчивое и творческое отношение к проекту, за наши мозговые штурмы и, конечно, за техническую сторону, которой вам пришлось заниматься, за все эти невидимые миру слезы. Этот альбом существует в очень небольшом количестве экземпляров. Борис Мессерер. Подарил его уже после окончания Ахмадулинского конкурса, потому что один из конкурсов был посвящен поэзии Белой Ахмадулиной. Зато он успел к сегодняшнему вечеру. Он вулик, как вулик всякий перевод. Саша, спасибо. Ирина Машинская. И если можно, я еще хочу поблагодарить Карину и агентство Evans. Организация конкурса была самым последним моментом, и мы очень благодарим Карину за то, что она согласилась помочь. Спасибо вам, что пришли.